Итак, друзья, это живое истязательство, конкурс «Не фанера» прямо сейчас. Значит, что сейчас будет происходить? Сейчас наши друзья, наши вокалисты, соответственно, у нас Аня Плетнева и Витя Глушко. А? Ветерок. Итак, значит, так, сейчас они будут напевать вам песни. И зал сегодня, соответственно, вы все будете хором отвечать, угадывать мелодии. А чтобы так просто не было, то они будут себе брать усложнения из-под наших чудесных полуконусов. Полуконусов. Мне уже готовы, кстати. Это даже не конус, чуть не поправишь мне, что-то даже не конус. Сделала. В общем, так. Полусфера. Полусфера. Спасибо, братишка. Итак, сейчас выбирайте себе усложнение. Ань? Я? Да. Пожалуйста, ты же гость. На право гостя первая. Дудочка тебе достается. Дудочка, как козочка. Свирель. Я если кинуть за лапу, там меняется тональность. За лапу? Да. Так, Витя, ты? У тебя полный рот конфет. Мои соболезнования. Все, как мы любим. Не увлекайся. Я значит так, уже. Сейчас будут по три песни спеты. Зал, вы угадываете, соответственно, что это за песня. Хором, ну и... Вы понимаете. Ну что, первая песня? Ань, давай. Ну, ну давай. Я же сказала. Это очень легко. Да, угадали. Угадали, совершенно верно, правильно. Хорошо, знак Водолея. Анна Плетнева. Что, прости? Да, Витя. Давай. Сейчас еще. Как мы любим, давай. Поехали. Не надо. Он же умрет. Он умрет сейчас. Все. Я умею делать искусственное дыхание. Сократила парня. Да, молодцы. Да, Сергей Лазарев, все она. Правильно, молодцы, молодцы. Хорошо. Вторая. Слюной не захлебнулся? Мы с тобой уже полчаса в эфире, пока не захлебнулись. Нормально. Давай. Бери. Вторая песня у тебя. Давай. Вторая песня у тебя. Готовы? Второй трек. Сейчас. Ведь попадает, ты понимаешь, да? А ведьма! Не, не понимаю, о чем говорит. Так, а ну, ведьма! Все ж понятно. Ну. А что? Новогодняя? Нет, не новогодняя. Вообще не новогодняя. Ну, это был Алексей «Пьяное солнце». Мимо нас. Да она же прям по нотам попадала. Ну. Прям я за тебя сейчас. Спасибо. Я угадал. Спасибо. Витя, вторая песня от тебя. Молодцы, да. Не очень хором, но тем не менее, да. Правильно, МБ, 2-2. Ноздря в ноздрю. Хотя нет, что 2-2-то? 1-2. Ты проигрываешь. Наконец-то. Итак, третья песня. Третья песня, дудку в зубы и поехали. Ой, а как? Ну как? Ну... Я не могу напеть, потому что у меня микрофон, понимаешь? Сейчас мне... Ну ладно, мы зачитаем. На самом деле это была песня «Бим 505», просто... Это Плетнева так видит, понимаешь, слышит. Там было имя любимое мое. А ты писала, наверное, потому что мои чувства. У ребят потом будешь прощения просить. Да, хорошо. 2-2. Счет, Витя. Твоя финальная песня. Давай. «Лебединая», мы называем ее так. К одному из знакомых. Давай. Блин, что это за песня? Квест Пистолс отключил! Да! Ну и со счетом 2-3 выигрывает Витя! Молодец! Конфеты остаются тебе в подарок. Нет. Вы же помните, что мы бьемся лайками ВКонтакте. Ладно, поэтому заходите и голосуйте за чемпиона. Прекрати, хватит. Ну все, прекрати.